Привет, друзья! Приветствую всех на нашем канале! Сегодня мы хотим поговорить о внешнем фильтре и морском аквариуме. Можно, нельзя, минусы и плюсы. И, Денис Александрович, давай расскажем про этот аквариум. У нас есть на обслуживание морской аквариум, запущенный на канистровом фильтре, без пеноотделителя, на светильнике Aqualighter 3 Marine с контроллером. Вот. Если вы хотите какое-то недорогое море, то вот мы можем поделиться своим опытом. Этот морской аквариум, в принципе, хорошо существует при таких условиях. Подмена воды 20 литров в неделю. Это практически 20% объема. Ну, это не практически, это 20%. Да. Здесь жило больше рыбок, но мы оставили только пару клоунов, потому что больше нагрузки этот аквариум не тянет. Вот. Кораллы здесь обитают самые простые, такие как саркофитоны, палитои, кенийские деревья, радактисы. Если вас как бы устраивает такая картинка, то это, конечно, ваш вариант. Еще хочется отметить, что это находится в частном доме. Частный дом со своим автономным электричеством. Ну, не здесь... автономный, там просто стоит генератор, который переключается в случае, да, отключения. Да, как бы свет здесь не отключают. То есть, ну, потому что у нас есть информация о том, что внешний фильтр, если отключится свет, будет, ну, сыграет злую шутку с аквариумом, то есть он будет вроде бомбы такой. Нитратный. Нитратный, да. Аммиачный. Поэтому мы его как бы здесь поставили, этот аквариум, именно потому, что здесь используют такие технологии. Вы как бы думаете. То есть, если спросить, можно, нельзя, можно, но... Ну вот примерно вот с такими кораллами. То есть если сюда поставить мощнее свет, наверное, будет какие-то другие там обрастания пойдут. Мы пробовали сюда садить чуть сложнее кораллы, допустим, как те же рекордеи какие-то яркие, но они пока не приживаются. Все-таки им эти условия не очень подходят. Ну аквариум более чем бюджетный. То есть если вы не хотите тратить много денег на покупку дорогого оборудования, на покупку мощного света, пеноотделителя, если у вас нет возможности поставить сам, то в принципе внешний фильтр, с внешним фильтром можно содержать морской аквариум. Но опять же таки со всем простыми кораллами и совсем небольшим количеством рыбы. Но это наше мнение, наш опыт. Я еще хочу в конце перечислить оборудование этого аквариума. Значит, это внешняя канистра JBL. Это Aqualighter 3 с контроллером. 60 сантиметров. Это, да, 60 сантиметров. Это помпа течения, head door самая минимальная. И здесь еще есть внешний небольшой фильтр, который тоже собирает на себя часть грязи. Вот это оборудование этого аквариума. Пожалуйста, дерзайте, пишите свои комментарии, делитесь опытом. Пока-пока. Пока-пока.